Привет, ну раз ты видишь этот видос, значит челлендж нам удалось выполнить, ну или все-таки около того. В противном случае я бы просто не стал ничего выкладывать. А чтобы вы понимали, этот челлендж мы пытались выполнить, наверное, на протяжении уже 2 месяца. Мы просто это делали не каждый день, но иногда вот брали, собирались и пробовали. Ты что болтаешь? А? Вот, в общем, в чем суть челленджа. Один человек может использовать основное оружие. Второй человек может использовать только пистолет. Третий человек может использовать только ножик. Ну и четвертый и пятый люди, это, соответственно, медик и инженер, они могут использовать аптечку, свой дефибриллятор и дым, чтобы хоть как-то себя реализовывать. Вот, то есть по факту это 2 на 5, но только все это делаем мы, естественно, на первой лиге. Попыток было совершено, наверное, ну штук 20 за все это время, ну не меньше точно. Поэтому я думаю, этот видос заслуживает вашего лайка. А еще, кстати, не забывайте, по ссылке в описании новички могут получить крутые пушки. И прямо на той же промо-странице зарегистрироваться. Это у вас займет всего ничего. А стартовать вы будете не с голой жопой. Ладно, в общем, переходим к самому сладкому. Устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Так, а у нас получается подделка будет с аптечкой. Да, в теории. А ракатоника с чем? Ракатоника с ножом. С ножом. Давай я с ним с ножом пойду на двойку. Я с пистолетом ставлюсь. Давайте попробуем. Так, я с ножом на двоечку с тобой, да? А вы можете смоки использовать? Вы будете использовать смоки только когда я вас попрошу, да? Угу. Костя, ты можешь смоки использовать? Не. А кто может? Ракатоника тоже не может. Респон, ты подделка. Медик, да? Угу. Подделка, иди дай мне смок на двойку. И идем ко мне подделка. А подделка можешь стрелять? Нет. Только дефами. Никто ничего не может. Ты только стреляешь. Вы че какие бесполезные? Двойка раскидывают. Бежим, ребята. Я спрятался, все, пропускаю. Очень много двоек. Подождите, пожалуйста. Ой, найс. У меня еще. У меня зашел просто дым. Под подсадкой один стоит. Хая, дайте в нычку, ребят. Он за ящиком стоит. Вы его взорвете там. Хаводос. Ага, двое хаводос. Что там же должен быть? За понтом. Бля, за понтом уже. Поживи немного. Это тяжко. Тяжко, когда они, да, заходят пятером в один план. Ну, можете по смокам курить. Подделка, иди так же, дай мне смок. Вот туда вот, на выход из теплицы. И играть там в упоре, пробуйте. Один, походу. Это фейк, это два. Нет, КВ стоят. КВ продавать. Подделка, иди к нему. Под пацаном двое. Это наш верх. Каким под пацаном двое? Да, да. Все, у меня на наш верх. Я понял. Двойка заходит уже. Он к тебе заходит, Костя. А он наш резкий подделка, резкий подделка. Наш верх. Хая дадим? Давай. Много наш верх. Спрыгнул. Поживи, подделка, поживи, сейчас его убьют. Найс, резкий мне подделка, резкий. Давай, режь. Найс. Дадим, походу. Все, теперь хаешки план такого и заряжаем. Я свапну, пожалуй, на эту карту пистолет. Дуга. И план. Меня резкий подделка, остальные рашьте, просто рашьте в тупую. Ты меня застопил просто. Ну ладно. Победа за нами. Нормально. Ну мы были как приманка. Походу один. Похоже, да. Это нарезка. Это не один, это просто какой-то холд. Их вверх на один. Один слышу. Да. Спину реально зайти? Он наверху меня смотрит, то есть. Давай хай на полянах вылазить. Убил. Ого, как долго реагирует. Убил еще поляну. Авик вверх был. Я смотрю авик. Надо заражить. Дуга. Выше. Убил дугу. На дуге мини. Еще вверх АВП есть. Убил поляну. Найс. Найс. Давай. А есть мокфор там этот подел? Я запащу его. Ай. Он кортный очень сильно. Не лезь к нему. Не лезь, Степ. Это мой. Найс, ребята, у нас настолько командная работа, что мы еще выиграем эту катку 100%. Так, тогда давай медик со мной на единичку наверх, остальные иди по двойке мучите, ждите спину. Все, пойдем наверх. Еще выиграем. Ребят, раскидайте смоки на двойку. Ой, хаешки там всякие, что у вас есть. Я раскидайте, хаешь. Сделайте вид, что вы заходите. И к нам уходите. Так. Ты где убил? На респе, ребят, давайте, пробуйте, заходите, ставьте бомбу. Посмотри респу, я пройду к нему. Минус. У меня минус стоит. Подвал. Подвал в меня. Просто смотри, подвал на меня. Посмотри. Может выйти с меня. Ладно, они еще выходить будут толпой. Не, нормально. Не выйдет. Медленно. Хая. Он коцный на дуге, может задефть его. Он заходит в плент. Плент зашел он. Деф. А, нет. О, офигеть. Не, ну, инженер.
нет, кидают в этом плане, конечно, они гораздо лучше. Да, я не знаю, у меня кто убил вообще, я даже его не видел. Ладно, нормально. Сейчас. Пойдемте просто быстро один. Хаешки в план подзаряжать, ребят. Давай зарядим. На клумбах он. Уже клумба? Нет. Скажи, скажите, если клумба будет. А респа есть их, не можно? Да, есть, есть. Спина Авик идет, блин. А он просто идет центр, центр зашел. Мне можно залезть вверх, вверх. Подвал в упоре. Давай быстрее, быстрее, подвал? На да, попал. Клаус, живи по максимуму. А, брат, просто живи. Жагатаник пробуй. Поделка, беги и на план. А, скварат, поляна, поляна, план. Давай, давай, еще рогатаник. Хорош! Он меня на это просто соло, это соло. Ракутагин, ой, Ракутагин, Ракутагин, Альтани, это Альтани. Кстати, по двойке я сейчас раз фейку увидим. Одной хаешкой. Давай я тоже фейкану с тобой, как мужик. Заходите, заходите на дворбе, заходите, мы еще, мы здесь нереально. Наверху, в центре я есть, прокинул, или подвал ли. Такими фейками они по-любому ведутся. Наверху, о, дай мне брони, дай мне брони, дай мне брони, дай мне брони. А, прочитал. Ракутагинка. Кстати, бомба, ребят, кстати, бомба. Отлично, я респу смотрю. Респу? Офигеть, можно брони? А по броне, если мы. Хая наверх зарядить, поезд. Да. Да, да, ребят, посмотрите спину. А брони можно? Спина один, спина. Откуда спина? Узкая? Убил его. Отлично, вверх, вверх. Респа, 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 выше, резай, резай, меня, резай, меня, резай. Нет, не резай, респа много. Я убил инжа. Поиграйте на время. 10 секунд. Маму не взяли до сих пор. Вам знаю, нужно было пожить на пункту. А у меня звуков не было, что с респы. Два. Два. У меня в упоре. Беги. Свалива. Живи. А ты вышел на ящике. А я даю на него. А, сейчас он ушел, он даже на него. Да, убил. А, хаешку за план хаешку. Видишь, Инжа, убей, попробуй. Попробуй тебе КВ, РКТОНИК, РУШ! Найс! КВ вверх, надо мной стоит. Он на ФК стоял. Задохи. Не, он типа обиделся на них же. Почему, почему? Потому что они боятся защитить, играть. Вот то же самое, давай смоком каждый раунд. Мне заходит очень много. А я уверен? Тоже смогли. Да. Я дал. И... Заходу. Соболезная. Блин. Кому тебя? Да! Я оружие слапал. Бежите, бежите, бежите. Куда ходить? За ящиком сидит, за ящиком, за холодосом. Ушел в теплицу, можно идти резать мне. Они за ящиком. Убегай отсюда нахуй. На моем трупе, чел. Я убил медика. Я все, я зарядился. А, это все, покажем. Найс. Там такой бронебой залетел. Так, ну что, так же? Да, 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 да. Это стратегия называется. Колбаса. Один есть. Это наш верх залез, типа. Твою гениальность прочитали. А двойка вверх хочется. Мне похороны был. Он мне шару весил сразу в голову. За плунтом один, без хп. Опа. Опа. Да, все, пусть стабильно с ним дуэлька. Да. Ну-ка давай. Да погнали, погнали, давай. Вы хочешь рейс? А, у нас упоре слева. Где? Хорош, он на это... Уф, ё-моё. Выигрывай, пожалуйста. Подожди, на меня получается. А, туда! Туда! Сюда! Это как? 100% нычки был друг. Да не, у них на самом деле один чувак руинил вообще люто. Ну у них один. А, ФК стоял, один с ножом беру. Это охренеть, просто не встать. Ну это изи, чё. Изи для Клауда, правильно? Да, это казалось, на словах это казалось невозможно. Да, я тоже думал, что это невозможно. Ну, с нашими ребятами мы пробовали, у нас нет прям такого человека, который прям бустер нереальный. Типа, который прям брал бы авиком и попадал бы все. Ну вот, нашли.